лезь в туннель. Понял. Осторожней. Испытание. Наверное, дно мы прорубили туннели в обход великаних ловушек. Удачно. Ну, для меня удачно. Лучше помолчи. Там увидимся. Подъемник. Глядишь, до вершины доберемся быстро. Видимо, подняться можно только этим путем. Отец, посмотри наверх. Помогло. Или нет. Все равно тяжело. Ура! Снова поехал. А когда доберемся до вершины, далеко оттуда будет видно? Увидим озеро. А мирового змея, а наш дом. Узнаем, когда доберемся. А пока гляди в оба. Ой! Атрей! Я цел. Просто споткнулся. Знаешь, ты же такой сильный, но всегда так тревожишься. Тревога полезна. Благодаря ей мы с тобой живы. Ну да, хотя особой радости от такой жизни нет. Thank you.
больше нет. Надо больше тревожиться. Мы на месте? Нет, мы застряли. Похоже, часть подъемника застряла в стене. Вытащишь? Я не знаю. На нас еще нападут? Несомненно. О, нет. Да, готовься. Не надо спешить, они вернутся в любой момент. Вроде обошлось. Возможно. Отец, когда мы развеем мамин пепел, что тогда? Что будет дальше? Ничего не будет. Мы вернемся домой. И все? Путешествие завершится? Это да. Но у нас еще много дел.
Ты был прав там, в лодке, когда я срубил последнее дерево. Ты сказал, что-то поменялось. И это так. Нашему дому грозит опасность. Мы должны позаботиться о его защите и продолжить твое обучение. Ага. Мы почти на вершине. Нас теперь ничто. Спокойно, мальчик. Держись за мной. Ладно. Это битва. Стой. Ого, что это? Силя. Это что, смола? Застывшая смола. И в ней таится сила. Ничего себе! Поверить не могу. Мы бились с драконом. Я метил в глаза, но не мог устоять ровно. А драконы тут живут? А когда они тут поселились? Когда великаны ушли? Или они ушли из-за драконов? Мальчик, в горах тяжелее дышать. Болтай поменьше. Вопросы потом. А, да, ладно. Ты слышишь? Там кто-то кричит. Стой, сын! Это Синдри. Как убить такого зверя? Надо застать его врасплох. Я могу отвлечь. Что ты делаешь? Надо ему помочь. Иди направо. Выбери место и жди моей команды. Спасибо. Эй, урод! Я здесь! Ты живой? Пока-то!
Go!
что делать! Готовься опустить кран по моей команде! Я не знаю, как он работает! Мне все равно! Будь готов! Ого! Мы его победили! А ты? Эй! Но, драконов не убивали уже не одно столетие. Со времен Великого Истребления. И если я не ошибаюсь, вы сделали это ради меня. Ты ошибаешься. Дракон просто был у нас на пути. Говори все, что хочешь. Вы меня спасли. За это положена награда. Что это? Это стрелы Самелы. При ней, чем луч солнца, баланс идеальный. А, спасибо. Так, ладно, погоди. Фу, не то. Говорили с моим братом? Да, сказал, ты утратил талант. О, и что, я себе любец? Нет. А еще, что мне важнее красота? О, нет. Чем качество? Что я напыщенный? Нет. И надменный? Суетливый? Я знаю, что он думает, но обидеть меня он не может. Проехали. У меня нет на это времени. Нет. Стой, погоди. У меня идея получше. Ну? Нужен зуб вот этого дракона. Смотри, где неважно. Что за мерзость? А что за вонь? Отлично! Да, сойдет! Ну да, я это трогать не буду. Просто подержи его. А теперь проведи по тетиве лука своего сына. Сделай милость. Атрей, твой лук. Двух раз хватит. Эй, полегче там! Ого! Вот так. А вы не верили. Как бы это? Я добавил волокон. Я смотрю, ты сам уже разобрался. Ну, молодец. Не то чтобы я хотел объяснить красоту и тонкость своей мастерской работы. Ни в коем случае.
Главное тебе помочь. Да.